У него Листьев, мы все знаем, что это был блестящий продюсер, отличный ведущий, но ведь он с твоей подачи еще проявил себя как самый роскошный конферансье. Ведь да, ты его сделал ведущим. Это не я его сделал. Нет, ну, я просто почувствовал. Он же начал вот эту конференцию именно с ведения церемонии Кинотавра. То есть ты его открыл. Да, первых пять лет фестиваля. Угу. Вот это я называю продюсером. Я чутьем почувствовал, соединив шпану Догилеву, такую арбатскую шпану, она была шпанистая такая, девочка, актриса, и такого маэтро, интеллигента в хорошем смысле этого слова. Вот я соединил это два вроде бы несовместимых вещи, аристократ Листьев и шпана Догиля. Это была лучшая пара за все годы. Да, шикарный конференц. Это была шикарная пара, и, кстати, убили Листьева в 95-м году, 1 марта 95-го. Я пришел к нему в кабинет договариваться о следующем фестивале. Угу. Улетел вечером на юг туда. И пока я летел, первого числа я узнал, что его убили. Угу. Вот так произошло это. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».